Здравствуйте, меня зовут Евгения Викторовна Порошина. Я преподаватель Ассоциации репетиторов уже 5 лет. Добро пожаловать на мою страницу в сервисе repetit.ru. Как показывают социологические опросы, ЕГЭ по обществознанию и истории очень востребованы. Они уже многие годы занимают лидирующие позиции среди экзаменов по выбору. Естественно, встает вопрос, как эффективно к ним подготовиться. Работая в школе более 20 лет и 7 лет в колледже, я убеждена, что самый надежный помощник – школьный учитель, преподаватель. К сожалению, количество часов, выделенное программой на изучение обществознания и истории в старших классах и на первых курсах колледжа, не позволяет подготовить к ЕГЭ, поэтому возможны три пути. Первый – самостоятельная подготовка с помощью пособий. Второй – занятия на курсах. И третий – индивидуальные занятия с репетитором. Мой опыт показывает, что в первый путь по плечу единицам, особенно одаренным волевым личностям. Второй путь исключает почти полностью учет индивидуальных особенностей абитуриента и его персональных пробелов в знаниях. Мне представляется, что третий путь занятия с репетитором наиболее эффективен, поэтому я остановлюсь именно на нем, опираясь на свой многолетний опыт работы репетитором. Итак, с чего начать? Естественно, знакомство начинается с пропедевтического тестирования. Как правило, ко мне обращаются ученики 11 класса, которые не изучили еще весь материал в полном объеме, поэтому, учитывая это, я сама составляю пробный тест по материалу 10 класса в формате ЕГЭ, который позволяет выявить пробелы в знаниях, поработать над ними. Если ученик демонстрирует хорошие знания, то моя задача сводится к отработке технологии. Главное внимание тогда уделяется работе над частью 2. При этом, конечно, контролирую усвоение программы 11 класса, периодически проводя тематические тесты. Как ни печально, таких учеников с каждым годом все меньше. Как правило, 11-классники достаточно слабо владеют материалом школьной программы. Значит ли это, что у них нет шансов на успешную сдачу ЕГЭ по обществознанию и истории? Конечно, нет. Было бы желание и трудолюбие. Я выбираю наиболее удобные платформы, в том числе и для дистанционного обучения. Например, в Google, где создаю Google Class, в котором работаю индивидуально с каждым учеником, где можно не только провести интересную видеоконференцию с активным вовлечением ученика в изучение темы, но и эффективно и качественно использовать наглядные пособия, видео, карты, схемы, презентации, чтобы донести до ученика материал. А также ответить на все вопросы, разобрать задание устно, получить письменный ответ при необходимости. Постоянно разбираю на уроках все типы заданий, вижу, с какими ученик не справляется, либо какой материал требует повторения или доработки, и ликвидирую пробелы в знаниях. Как правило, эти методики приносят хороший результат на экзамене, при условии выполнения всей работы на уроках и выполнение домашних заданий в полном объеме. Средний балл моих учеников составляет 80 баллов. Уважаемые родители и учащиеся, буду рада помочь вам в подготовке к ЕГЭ по истории и обществознанию. Обращайтесь.